Всем добрый день. Сегодня день сборки головки блока цилиндров двигателя 4UR, который устанавливается на мотоцикл Yamaha FZ400. У меня 98 год. Хотела вам показать. Поправили вот седло. Пятно контакта в среднем везде 0,8 в допуске. Клапана притерли. Комплект клапанов пришел у нас оригинальные 4UR двигателю, впускные, выпускные и маслосъемные колпачки вот такие. Кому надо вдруг размеры маслосъемных колпачков, пожалуйста. Значит, по толщине они у нас 10,2, по высоте, куда убежал, по высоте 8, и отверстие под клапан у нас 4,6. Да, вдруг кому-то пригодится. Значит, что сейчас я буду делать? Я сейчас буду вставлять клапана, все клапана пронумерованные по притирке. Вот такой у меня шприц. Вставляю клапан, капаю маслице. Сверху одеваю маслосъемный колпачок и головочкой сверху пристукиваю, чтобы колпачок сел. Вот такие у меня, кстати, новые пайпы. Очень понравились, хорошего качества. Мягенькие, резиновые. Пожалуйста. Где-то, получается, 6 тысяч за комплект я отдал новых таких пайпов. Резина очень, кстати, мягкая. Написано, сделано в Японии. Ну что, собираю, вставлю маслосъемные колпачки и буду засухаривать. Вот такой вот у меня наборчик для рассухаривания и засухаривания клапанов. Все. Дальше сниму регулировку на снятой ГБЦ.